нашей стране сложно с культурой наряжаться, потому что она после революции была, ну, скажем так, упразднена. Людям нужно было качественно работать и строить социализм. Поэтому очень многие просто этого не умеют. Решительность – это одна из самых главных компонентов в красивом, качественном, даже повседневном гардеробе. Всем, кто хочет омолодить, скажем так, свой гардероб, первое правило – это быть решительнее. Анжелика смело одела на себя косуху. Это замечательно завершило ее полный образ. Мы оставили длинные волосы, она ими очень гордится. Волосы от лица, и я сделал плетение.